Король Мюнхгаузен, собственной персоны. Я на своем кресле, он на своем. Папин диван у нас. А дочь здесь вообще не любит никогда быть. Такой деловой лежит. Лапки свесил. Прям-таки была та-та. Ой, друзья, я сижу в интернете, сняла эту резинку, прям что-то голова разболелась. Смотрите, у меня как запутались волосы. Трындец. Сейчас пойду расчесываться. И кушать хочется. Любимый у меня еще с Москвы не приехал. Время 6:00. Ну, даже почти 6:00. Видите, как долго. Что-то там в аэропорту с прилетом у людей не срослось. Вот. Ну, уже все забрал, все нормально, едет домой, но когда приедет. Вот. С Москвы до нас, ну, с того аэропорта 200 с чем-то километров. Ну, с тем еще учетом, то, что он уехал вчера. Мартюша с креслами скрипит. Вот. Он еще не приехал. Ты что там думаешь? Че обиженный? Ты обиженный опять? Нет? А, ты слушал маму? Ты ждешь папу? Сейчас приедет. Жди. Ждет. Красоту. Пойдемте поедим, что ли, чего-нибудь. Я, несмотря что дома сегодня целый день, я все равно ничего не ела. С утра как-то вот переживала, нервничала. Потом ездила, моталась. Потом орхидеи поливала. Вот. А, с утра я еще там типа генеральную уборку чуть-чуть сделала. Ой, блин. Поэтому напоила орхидеи. У меня, кстати, фикус, по-моему, собирается подыхать. Я хотела его перевести на склад. Говорю мужу, ему здесь темно. Друзья, кто знает, что с фикусом? Я с ними не очень дружу, но он стоит здесь, ему темно. Напишите. Да. Орхидейная фея спрашивает у вас совета. Но я не могу знать про все цветы, девчат. Но это уже второй у меня фикус. Первый фикус у меня погиб так же, когда я его сняла с окна. Вот, почитала информацию. Там было написано, что, ну, ему не хватает света. Поэтому я хотела его унести на склад. Этот на окне давно не умещается. И вот он год прожил в этом месте. И все, и начал чахнуть. Ну что, давайте чего-нибудь будем греть и кушать. Давайте. Так хочется уже кушать, уже пора. Вот мы и кушаем. Ну, сразу хочу сказать, досмотреть это видео до конца. Особенно тем, кто меня терпеть не может, как я кушаю это все. Ем, кушаю, жру. Понимаете, как хотите. Но я точно знаю, что вам понравится это видео очень. Что я тут буду кушать, вы будете видеть в процессе моей еды. Мои хорошие девчулечки, красотулечки, всем приятного аппетита. Я знаю, что вы ждете этот ужин, поэтому всем приятного аппетита, хорошего настроения, кушайте на здоровье. Вот, ну и поехали кушать. Да, у меня здесь макарончики. Я вам вчера говорила, что они у меня будут завтра в меню. Да, мой хороший. Мое сокровище еще все едет. Где-то там в Ногинске пробка, говорит, большая. Волосы забрала. Не могу. В общем, у меня макарончики с подливкой с этой. Аджичка.
Здесь курочка. Не переживайте, муж голодный не останется. Здесь у меня свеколка с майонезиком, с чесночком. Давно хотела. Лень было сделать. Представляете? Девчонка после тифа. Я про себя. Когда челку подстригу, я так себя ощущаю. А по поводу того, что я тут лазю в общей тарелке, картошечка. Так это наша тарелка-то. Нашей семье. Я пироги пеку тоже этими руками, представляете? А вы в столовых, в ресторанах кушаете. Там ногами, что ли, делают курицу, картошку? Тоже руками. Только там непонятно, кто делает, да? А здесь я делала своими ручками, чистыми. В унитазе только помыла и села за стол. Ну, потому что в кране вода заканчивается иногда. Ну, что, так бывает? А в унитазе что, не вода? Тоже вода. В этом, в бачке. Всем приятного аппетита. Сальцо белорусское. Очень вкусно. Свежий огурчик. Тоже очень вкусно. Все самое интересное будет позже. Терпите. Кушайте и наслаждайтесь. Леся вчера написала, что, ну, ей не верится, что белое мясо мягкое. Мягкое. Конечно, если курица древняя, как Г. Мамонта, то, возможно, она будет жесткая. Но мягкая. Видно, что курочка молодая. Птицу едят руками, если что. Сметанка. Очень вкусно. Надо доесть, что я ее вчера не доела. Она даже сегодня мягкая. В рукаве вообще всегда курица мягкая. И я ее готовлю час. Очень вкусно. Хрящики. Но мне их особо нельзя. А то зубы сломаю. Ладно. Хочется скорее остальное поесть. А я что, картошку слопала, что ли? Ё-моё, я её для другого положила. А съела.
Я бровки сегодня подправила. Лишнее убрала. Сальцо. Берем картошечку. С сальцом очень вкусно картошка. Рыбка. Очень вкусная. Очищенная. Вот такую я люблю. Яичко. Вареное. Всем приятного аппетита. Все очень полезно. Особенно для похудения. Сметанкой заели. Очень вкусно. И опять свеколки. Но это еще не все. Свеколка с майонезиком, с чесночком. Очень вкусно. Наконец-то докопалась до низу. Что-то дочь вообще плохо так поела. Белое мяско. Хочу работать нормально. Давление вообще никуда, ни туда, ни сюда не тыркается. Короче, селедка под шубой получилась. Как будто бы. Надо наслаждаться огурцами последние дни, пока они еще вкусные. Потом будут невкусные. Сметанка. Очуметь, какая вкусная сметана. Блин, про хлеб забыла. Трындец. Тарелку навернула. Чуть-чуть перекусила. Сметанка. Надеюсь, меня все дождались сегодня с ужином. Я все ждала любимого. Хотела с ним поесть. Придется опять с вами. А что делать? Обалденно, свекла с чесночком.
Для похудения самое то. Свекла. Вы знаете, да, что делать? Не буду говорить. Вы все сами поняли. Ой. Что-то плохо есть стало. Полбанки только съела сметаны. Ну, чуть меньше полбанки. Придется потом доедать. Что делать-то? Ну, а с лавашком молочка. На сон грядущий. Тепленькое, погрело его, как парное. С белым хлебушком. Вкусно, да? Вообще. Объедение. Так много ем. 2 дня с дочерью едим. Не можем съесть. Ничего. Надеюсь, сегодня доедим. Хотя муж у меня, может, в дороге покушал. Не знаю. Очень вкусно. Это не я. Все провалилось, и я опять голодная. Хоть без Мартюши поела. Первый раз в жизни дочь гулять с ним ушла. Вообще. Ну что, завтра привыкну уже к челке. Ну, послезавтра. Так всегда, да? Когда подстригешься, какое-то интересное ощущение. Потом нормально. Вот это ужин. Я понимаю. Всего поела. И на похудение. Да? Так что, мои хорошие, не переживайте. Котел работает. Все хорошо. Мастер все сделал. Вот. Все. Теперь можно и поваляться. Орхидеи сегодня все полила. Котел сделала, челку подстригла, поужинала. А, даже помыла пол кухни. О. На работу не ходила. Ну ладно. Завтра пойдем на склад. Пересаживать опять орхидеи. А, нет, завтра пойдем на склад. Сначала оформлю все заказы. Разберусь с посылками, с отправками. А потом будем пересаживать. Все, мои хорошие. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. Не скучайте, не грустите. Будьте добрее.